Как работать на бесчиповом принтере Epson WF7610? Бесчиповой принтер — это модель, которую специально перепрошили. У нее всегда отображается полный уровень чернил в картриджах, и она не выдает сообщения, что закончились чернила, и не нужно каждый раз их обнулять. В работе с бесчиповым WF7610 важно помнить, что категорически нельзя обновлять прошивку принтера. Если появляется сообщение в драйвере об обновлении версии программного обеспечения, нажмите «Отклонить» или можете отключить поиск обновлений в драйвере. Что случится, если случайно нажать обновление? Принтер уже не будет бесчиповым и попросит установить оригинальные картриджи. Вам придется за дополнительную плату откатывать назад прошивку и снова прошивать в бесчиповую версию. Чего еще нельзя делать на бесчиповом принтере? Нельзя включать устройство без установленных картриджей и СНПЧ. При включении принтер запускает автоматическую проверку и прочистку печатающей головки. Если в этот момент нет картриджей, устройство начнет качать воздух в печатающую головку. В остальном же пользоваться бесчиповым принтером очень просто. Главное следить за уровнем чернил в СНПЧ и вовремя их доливать. Следуйте этим правилам. Приятной печати!